Ну и что это? И что это такое? Григорий уебища Гундиров. Банда тоже. Ха-ха-ха-ха! Ай, долбоебы, сука! Припудренные, придурочные, блин. И чё это? Почему глаза синие, а рот красный? Я понял. Это вот этот придурочный, который рыгал в чате. Я вот сейчас хлопну и всё, блин. Да. А чё глаза пены на моем теле, я хуй пойму. Блять, какие вы ебанутые, а? Мне проще вас забанить. Это чё за хуйня? Чё это такое? Ну, объясни мне, чё это такое вообще? Не, в чем прэк? Я не понимаю. В чем прэк? Типа, вообще просто непонятно, что это. Типа, мои глаза, уши, нос, рот на просто на каком-то предмете. Что это значит? Не, это мое лицо. А что она там делает? Типа, на чем вообще? Непонятно. Просто тупо от фонаря, блядь, или что? Это понятно. Вот это... Не, ну это ладно. Тут вопросов нет к челам. Здесь к челам вопросов нет у меня. В принципе, нормально. Ну, собственно, хуйня, как обычно, ну, пойдет. Не, ну, нормально, чё, блин. Ой, блядь. Короче, с этого дня я закрываю, нахуй, проект Кентавра. Точнее, не закрывая, а закрываю его для вас. Потому что вам, долбам, ничего не буду показывать. Поняли? Хуй вам. Я не буду показывать Кентавра вам. То есть я буду его делать, но вам ничего показывать больше не буду. Потому что вы ебанутые. Вы все обосрали то, что я вам показываю. Абсолютно все. Ни одной вещи, которую я вам показывал, вы не одобрили. Все, запомните. Сегодня у нас 19 августа 2024 год. Я сегодня для вас закрываю проект Кентавр. Ты больше не будешь душить нас рассказами про свой позорный кентавр, собранный из говна и палок, который даже не заводится. Зяблс, пишите в чат, это победа над дедом. Да вы конченые, блин. Вы, сука, только и можете, что, сука, обосрать. Ну все, на. Я пойду сейчас тогда пофоткаю его. Покажу вам. Сейчас я пойду пофоткаю пасыки. Это новинка, только секретная. Сегодня в 3 часа ночи только для вас. Так называемая секретка. Смотри. Каждое плохое слово в адрес Кентавра будет расцениваться как нападение на стримера. То есть с моей стороны равняться как бан. Итак, смотря. Гойда. Давай, давай, дурочек. Парир. Это и называется фотка, я срал на мнение хейтеров касательно Кентавра. И то, что сейчас какой-то пи***ц возьмет и приделает бутылку в жопу, это все я уже предвидел, потому что там другого и не пахнет ничего. Да. А зачем ты рукой пизду прикрыл? Дис, а кто? Я, допустим, прикрыл, потому что яйца вываливались. Это бред. Не па. А ничего, что это М4 БМВ вообще-то. Это М4. То есть это Брэд Кар. Ух, сука. Бля, какая поеботина, блядь.
Ух, тварь, сука. Да, сука, как я живу, блядь. Так, дедаго, хего, хогес, хосе. Дедголовка, 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 дед. Вот это, ну, реально, блядь, вот человек, который вот это делает. Ну, просто, это прикинь, что у человека в голове, который, блядь, увидел фотку с собаками, просто, блядь, левую какую-то, и туда, блядь, нацепил мои глаза, лицо, рот. И выставил это в интернет. Типа, блядь, нахуй? Зачем, блядь? Чем ты, сука, думаешь, когда это делаешь? Причем тут вообще собаки, блядь, я не понимаю. Чем тебе собаки не понравились? Пиздец, блядь. Бан, сука, тоже. Это что за хуйня, блядь? А кто это? Все сиськи, бля. Ебать, что это за бред? А кто это вообще, что за люди? Это что за люди вообще, пасеки? Вот это бан, сука. Это я видел уже у ебаче. Это вот этот уебан, который, ну, на своей левине, ебать, 1.6. А та, типа, сзади. Назови я, меня. Типа...